Всем, ребят, привет! Снова с вами Александр и, конечно же, наш проект «Разоблачение». Очень много я получил от вас различного рода сообщений, комментарий, ссылок. В общем, мне присылали, чтобы я рассмотрел данные, вот, например, как вначале была заставочка, вы поняли, что это всеми известный Дмитрий Мусыхин. И будем разбирать сегодня его. В частности, разбирать его канал, его неадекватное поведение. В общем, все, что связано с его каналом и с его деятельностью. Также очень много поступило заявок разобрать еще несколько каналов, такие как «Клад от Влада». В общем, не буду я раскрывать все тайны и секреты своих подписчиков. Присылайте, будем разбирать. Но я от вас просил прислать ссылочки именно того фуфла, где можно разоблачить каналы. Это клады подброшенные, монеты, в общем, все, что связано с фальшем, с фуфлом. Но сегодня очень много поступило заявок именно пообщаться о Дмитрии Мусыхине. Ну, что я хочу про него сказать? Говорят, и подбрасывает он находки, монетки. Но, к сожалению, я его уже как 2 года не смотрю, так что не могу я следить за его деятельностью, как он копает, что подбрасывает, к сожалению, нет. Но если вы увидели данные факты или что-то подозрительное, присылайте, разберем вместе с вами. Вот. А сегодня посмотрим, как он себя зарекомендовал в лицах именно подписчиков. Ну, у него много подписчиков, ничего я не хочу сказать плохого об этом. Молодец, он зарабатывает этим на хлеб. Раньше он был обычный бармен, как говорится, спаивал все население, разливал, поддерживал эти пьянки, хотя сам он говорит, не пьет, не курит и всем советует. В общем, отвратительно ему те люди, кто употребляет. Даже с кем он копает, с Колей Чемпионом, а я не знаю, как Коля Чемпион, его выдерживает его хай постоянный, что, мол, алкоголик, алканавт и всего такое прочее. Я бы на месте Коли очень-очень обиделся. Но, Дима, ты, если ты меня сейчас смотришь, ты измени свое мнение, потому что очень много подписчиков и зрителей у тебя благодаря этому Коле. Потому что Коля у нас из народа, приятно посмотреть, как он угорает, как копает. В общем, с ним как бы приятно иметь дело, потому что доля, и, как говорится, твоего заработка именно зависит от него. Кто меня поддерживает в этом, поставьте лайк, я буду об этом в курсе. Или же напишите сообщение, прав ли я в данном случае или нет. Ну а теперь начнем именно с того момента, где начинается его рост в карьере. Он один из самых успешных блогеров, кладоискателей, повторюсь, кладоискателей. Вот. Занимается он, в принципе, этим уже давно, как он себя считает, что он самый-самый такой гуру, который начал самый первый. Но спорить в этом я не буду, но я знаю, что начал он в 2009 году, всякую фуфло он там выкидывал, всякие какие-то непонятные проекты. Но непосредственно кладоискательством он занялся уже где-то в 2012 году. Вот. Но это к этому мы немножко чуть позже, я вам ссылочки покажу. Так что, Дим, не ты первый, кто этим начал заниматься. Были и до тебя кладоискатели, просто у тебя как-то залило, неплохо зашло. Вот, так что не надо языком болтать вот так вот попросту. Ну а сейчас именно к тем моментам, которые вы все ждете. Смотрим. Итак, приступим к его каналу. Канал вот такой вот, он поменял логотип в поисках золота. Очень много у него здесь видеороликов, если я не ошибаюсь, что-то около 600. Вот. В основном сейчас он занимается видеокопом. А также он показывает здесь и жизнь людей, и всякие какие-то байки травит про свой квадроцикл. В общем, все.
Ну, в плейлисте у него все банально, как у всех, по разделам, ничего особенного. Если посмотреть последние годы, которые он снимал, начиная с 2009 года, у него там вообще фуфло, какие-то наркоманы, в общем, все. А теперь мы перешли с вами на интересную страничку. А здесь у нас показано за какое количество загружено видео, а затем подписчики, время просмотров, страна Россия. Здесь, когда он открылся, в 2009 году. Дальше у нас это оценка канала B-. Затем подписчики, везде у него зелененькое, просмотры за месяц, вот этот вот данный. А это у нас подписчики за месяц, как вы видите, упало. Это у нас обычная зарплата данного блогера в месяц. Первая месячная, если все будут смотреть. А здесь у нас годовая, если все смотрели рекламу, было бы вообще шикарно. Дальше спускаемся. Вот такая вот интересная графа. Здесь вот у нас показаны подписки каждый день. В принципе, неплохо, зачетно. Везде достаточно приличное количество. Каждый день подписки здоровские. Здесь у нас показаны его просмотры. Просмотры видеороликов в минуту. Тоже, думаю, неплохо. И следующая графа, это у нас в среднем заработок. Первая цифра минимальная и последняя максимальная, если бы все подписчики смотрели у него видео на рекламе. В месяц получается, в принципе, неплохо, как вы видите. Ну, дальше все видно банально. Вот две шкалы у нас имеются. Первая шкала, это у нас просмотры за год. То есть за всю его деятельность, как вы видите, здесь вообще маленький просмотр. Потом, когда стал заниматься копом, все пошло вверх. И достал, в принципе, как говорится, вершины, достал звезду. Несколько там миллионов просмотров, в принципе, зачетно. И потом, как вы видите, какой-то спад пошел, буквально на дно упал. И здесь он отряхнулся, что-то сделал такое, либо задонатил куда-то, зарекламил или что-то в этом роде. И у него снова вверх пошло. И потом в среднем уровне все у него по шкале идет. А здесь у него тоже шкала, это подписчики. То есть, как вы видите, в начале практически не было подписок. Вот как он начал заниматься копом, все стало у него получаться и пошло вверх по ступеньке. Здесь вот показаны года, месяцы, как он поднимается. И вот здесь вот взлет, вообще шикарный взлет. Я не знаю, что он такое сделал, что у него взлет выше некуда. Просто нереальный подъем. Потом снова какой-то упадок, упал он куда-то. Потом отряхнулся и все пошло у него нормально. В смысле в нормально, как у всех остальных блогеров. По нормально помню. Ну, вот такой вот у него канал. Теперь мы, наверное, перейдем непосредственно на его страничку и разберем несколько фактов, где просто каждого, наверное, кладоискателя просто выбешивает. Всем добрый вечер, господа. Итак, ребята, нашел я кое-какой фрагмент из канала Дмитрия Мусыхина, и сейчас я вам его демонстрирую. Буду комментировать то, что он говорит, и вставлять свои небольшие... И сегодня еще расскажу вам об жадных блогерах. Внимательно слушайте. Ну, есть такая категория. Жадный блогер. Сейчас все очень по порядку. И он их называет говноблогерами. То есть, все окружение, которое вокруг него крутится. Где-то зимой, да, я рассказывал, как можно... Ну, сколько я зарабатываю на YouTube, да? Сейчас я вам покажу, сколько он зарабатывал на самом деле. Как вы видите, здесь у него сумма заработка в месяц. В среднем, я так посчитал, от 12 тысяч в месяц он зарабатывает чистого заработка. Ежедневно он зарабатывает 600-700 рублей. Это разве великие деньги? Я бы не сказал, чтобы все комрады ринулись головой зарабатывать по его, так говорится, это зимой, да. Я рассказывал, как можно... Ну, сколько я зарабатываю на YouTube, да? Ну, да. Все копатели
Ну я же первый был на Ютубе. Он первый был на Ютубе. Первый. Один из первых, я вам чуть позже покажу, какие он видео снимал. Первый. Правах еще был, но он говноблоги хрен. А в основном-то реклама. Потом я вам покажу. Вы знаете, да? Персонажа такого. Коп как таковой начал, наверное, я один из первых снимать. Начинает сразу говнить Порываева. Это как кто ему в голову первый вошел. И рассказала зимой, сколько я зарабатываю на Ютубе. Все сразу же бросить вот этот ролик, вот да. На два ролика. Все прям, как, все прям мы ринулись зарабатывать на видеоблог. Здесь будет вот, где? Вот здесь размещу. Да раздражает здесь меня, размещу. И что получилось? Все копатели, монет, видать, мало копают, плохо зарабатывают с находок. Ну решили, да, если посудить тому, что он продает, а некоторые копатели просто ради хобби этим делом занимаются. Снимать-то они начали, но думаю, что так все просто. Раз там начал снимать, выкладывать и идешь до сосуда. Думает, он такой умный вообще, страх. На который можно покупать себе квадроциклы, дорогущие металлоискатели. А ты расскажи подписчикам, откуда у тебя дорогущие квадроциклы, металлоискатели и все, что он рекламирует. Холода, дожди и умирают камеры. Ну вы понимаете, откуда это все берется. Не зря же он, как говорится, капусту рубит с рекламы. И можно сказать, кто среди нас жадный, устраивает различного рода стримы. Сказано, сделано. Открывали блогов там, говноблогов своих. Денег не вложили в них, нисколько, ни копейки, ходят с аськами там, да. А самое интересное, что в чем безграмотность их проявляется. Поленились справочку читать от Сенса, да? Ну, это не надо и, всех да, обобщать, это, что все такие глупые, один ты такой, один умный. Читает он инструкцию. Почему-то не разобрались и справку YouTube не почитали. А денег охота много заработать. И тут я что сделал? Так же, как и ему, был барменом, там видно, заработка нету, нужно работать все-таки. Вот а точечки, он вон да, на видео. Желтенькие, вот, скриншоты видео. Смотрите. Ну, под видео. Я вам тоже сюжет это по поводу этого рекламная пауза. Вставлю. Рекламная пауза. Как известно, например. Он объясняет, да, как ее вставлять. Хорошо, а я вам покажу потом, как он вставляет рекламу. Если у тебя ролик дольше 10 минут, ты можешь вставлять туда рекламную паузу. Сам указывать время. А YouTube тебя туда уже вставляет. И что у нас получается? Ну а сейчас, ребята, я вам покажу про его скриншоты. Возьму любой из его видеороликов, например, вот этот, и смотрим внимательно. Смотрите, первый скриншот в самом начале, как он рекомендует. Следующий, смотрите, через сколько. Заметили? Через 4 минуты. Следующий уже на 6 минутах. То есть он поставил 2 подряд через 3-2 минуты. На одном видеоролике, как вы видите, сюжет у него 20 с лишним минут, и он поставил 6 рекламных пауз. 6. И кто же среди нас, как говорится, жадный? Люди слышали звон, не знают, где он. И они вот на 10 минут, по 5, там, по 6, по 7, кто умудряется, рекламных пауз стыкают. Ну, жадность, ну, не знаю. Ну, я не спорю, с этим он согласен. Есть такие, где на 10 минут вставляют 5-6 реклам. Но он чуть поменьше вставляет. Но фишка в том, что через каждые 7 минут, запомните, через каждые 7 минут нужно вставлять. Не могут жаловаться, что, YouTube плохо платит. Так я сегодня, ребята, вам раскрою секрет, почему вам YouTube плохо платит. Читать на справочку, когда что-то дело-то. У нас каждый у русских сначала покупает. Он зарабатывает очень много. Судя по тому, как он одет, тут так не проходит. Пьет чай в какой-то кафешке, рыгаловка. Принципы. Ну, не спорю, он одинокий человек. Я потому что, как сколько знаю, он... Значки детей кто-то. У него нет, подружки у него нет, не курит, не пьет, я не знаю, что он делает. Липовым названием, да, девушки там, нет. Сняли говно. Живет один. Написали там шок. Смотрите все. Здесь он прав, да. Есть такие люди, которые там за счет шока и все такого. Они накручивают видеосюжет. Это один из комрадов, например, это Клад Атлан. Вот
он что, как раз вот кто этот кто там пример. Картинку вставляет, да, там бабу голую. Честно говоря, он и сам иногда грешит на видеокопы, берет с собой девчонок, где девчонки немножко там показывают свой торс и все остальное. Из-за такой ерунды. И это никак не избежать, потому что это действительно работает. Ходи снимать, ну и почитай правила. А фишка-то в чем заключается, что реклама вставляется только показываться раз в 7 минут. Имейте в виду, соответственно, через каждые 7 минут. Конца. Если вы вначале поставили галочку, в начале видео показывают рекламу. Слушайте. Следующую рекламу надо указывать только в 7 минут, там несколько секунд. Слышали? Ставить. Если вы вначале галочку поставили, следующая реклама через 7 минут. Тыкать, сюда, там, 2 минуты, через 2 минуты, через 4, через 6, там, как у некоторых наделано. Не будет у вас реклама вообще никакой показана. Каждые 7 минут, соответственно, если ролик у вас там 11 минут, да, ставим галочку, что в начале ролика воспроизведить, через 7 минут ставим и больше ничего не ставим. И в конце, там, если кто ставит, еще галочку после показа производить. Лапшу на уши вот вешай. В чем ваша безграмотность, ребята? Ну, там много фишек, в принципе. Безграмотный он у нас, кому интересно, если не я в чем могу семинары проводить. Семинары проводить не бесплатно. За деньги, соответственно. Ну и кто среди нас? Говноблогер. Кто у нас жадный блогер, как он говорит? Все за деньги. А вы еще не видали его прайс-лист начать? Реклама, совместные копы, там продвижение канала за счет него, комментарии под его видео, там лайк под его видео. Там я не знаю, чтобы совместный коп, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 3-5 тысяч стоит, чтобы вместе с ним покопать. Чтобы поставить, например, под его комментарием, там через 700 рублей, что-то в этом роде. К сожалению, прайс-лист я уже не нашел. Ну а сейчас, ребят, я вам покажу, какие у него видеоролики были в свое время. Все начинают с чего-то, и он тоже начинал, но он хайт начинающих блогеров. Что они снимают всякую фуфло. И сейчас я вам показываю некоторые сюжеты. Вы просто обсмеетесь, что он раньше снимал. Каких-то пьяных алкашей, каких-то наркоманов, у кого в голове не те тараканы. В данном случае вы видите какой-то, я не знаю, стихоплет. Что-то бубнит непонятное. Он его называет в прямом смысле наркоманом. Я даже не знаю, кто у нас говноблогер. Или вот, например, сюжет. Показывает какие-то, я не знаю, фокусы с бутылками. Ну, у него есть, конечно, раз бармен, бутылки связаны, что-то. Показывает пробки какие-то, вилки, бутылки. Там у него еще есть, как он там пиво открывает всячески. И, в общем... Сюжеты вообще, вот сейчас вот сюжет вообще непонятно. Зачем он на этих алкашей снимает? Просто поугарать, что ли? Ну а зачем он тогда их загружал, ставил монетизацию? Кто жадный? Кто у нас говноблогер? Ну, ребят, вот на этом сюжете, наверное, все-таки разбор полетов закончу. Но сейчас буду еще очень интересно, что он очень скандальный и завистливый человек. Делает то, что сам говорит как надо, а на самом деле все наоборот. Итак, ребят, напоследок еще небольшой информации, потерпите, но это очень-очень важно, ребят, это для подписчиков и зрителей Дмитрия Мусыхина. От нами всеми горячо любимого нашего топ-блогера Димы Мусыхина вот такое вот сообщение. Общался с Дмитрием Мусыхиным, и, как вы видите, беседа у них была неприятная. Пишет Дмитрий ему неприятные вещи, якобы... Ты такой-то сякой пидорас, а что ты сделаешь на моем канале, шлюха ты конченая. Ну, это разве может нормальный, здоровый человек такое писать своему подписчику? А, и понимаю я в данном случае комрада, накипит, наверное, очень много, тем более они, я так понял, живут в одном селении. И чтобы вот такое вот говорить в прямом эфире, я даже не представляю. И вот из-за чего все это произошло. Посмотрим, все молча. Приехали сюда, заехали.
и смотрим, это видео, как какая ты картина. Видите? Отрезками, правда. Мне не понравилось, честно говоря. Кто смотрит канал Димы Мусихина? Это он тут шурфил. У этих тополей, с Колей, не Коля, а там. А Дмитрий всегда говорит, закапывайте за собой ямки вы. И Дима, если воткнется ямки за собой, материться, ямки, вроде вы козлы, все такое, что ямы с собой не закапывайте. А сам смотрите, как лаванцевый оставил. Закапывайте, а сам не закапывайте. Лопаты погорбуют, а Дмитрий у меня. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Место точно это. Коля тут вот копал, у него все зарыто. Коля чемпион. Пусть он, как говорится, в глазах Дмитрия алкоголик, алканавт и все такое, но он добросовестно все выполнил. Раскопал и закопал. Соответственно, делайте выводы. Видео такого формата, конечно, возмутит любого копателя, любого блогера. Тем более, что Дима своих видео постоянно напоминает, что надо закапывать за собой ямки. Все это. И сами прекрасно знаем, а тут был спахан целый огород и не закопан. И еще что самое мерзкое, что шурф был подставной. Подставной. То есть положены монеты, выкрутили на камеру и сделаны из этого видео. Принципе, и это он не первый, кто говорит, что шурфы у него, все копы у него подставные, подкладывают это монетки и все остальное. Он не первый. Вообще разговор идет не об этом. Почему он мне написал такое сообщение, почему он позволил себе меня так оскорбить? Почему? Зашел я на его лайв-канал, посмотрел его последнее видео. В этом видео он там что-то плакал про подписчиков, кто не подписчиков YouTube списывает, что-то там бредил про какую-то серебряную кнопку, что мне забрали. И написал я Диме вот такое вот сообщение, без всяких оскорблений, без унижений, обратился к нему по имени. Да, я немножко написал, может быть, дерзко, но я выразил свое мнение. Адекватное письмо, ничего особенного. Чего Дмитрий вспылил? Жаба дарит. Дима найдет свою совесть, и он обратится ко мне и возьмет свои слова обратно. Такие сообщения он уже писал не мне одному. И это он прекрасно знает. Но он не первый. Знаю, Дима, что ты сейчас ставишь вокруг своего дома железный забор. Будь человеком, Дима. Никакие заборы тебе, да, не Дима, понадобятся. Никакой забор тебя не спасет. Удачи. Димка, чертяка глазастый, мониторишь канал-то, да? Классный канал, Евгений Хрусталев, мужик вообще классный, даже не понимаю, что на него Дмитрий взъелся. А из-за того, ну, забегу вперед, то, что из-за каких-то донатов. То есть Евгений стал стримы какие-то устанавливать, и Дима жаба задавила, ох, жаба задавила. Сам хотел только заработать. Смотрим. На свои крайние действия по каналу, то есть разъясню еще раз, основная часть, конечно же, люди все адекватные, все поняли, но до кого-то, видимо, просто не дошло, да? Либо, Дима, это до тебя не дошло, это он обращается к тебе, не разобравшись в ситуации. Немножко перемотай ее кое-где. Это видео, Димка написал мне вот такой комментарий, сейчас он уже мерзкий комментарий, то есть человек не разобрался. А так как он парень, звучит горячий, в адрес человека адекватного, всего, проститутка, озвучить, не подумал, балабол и все остальное, это стриме, Евгению Хусталеву, который всегда чист на душу, все по чесноку делает, не понимаю. Итак, ребят, надеюсь, вам сюжет понравился тем, что я рассказал о всеми любимом комраде Дмитрия Мусыхина. Оказывается, он не просто отстой, говноблогер хренов. Но он еще самое низкое такое существо человечества. Его только можно сравнить, как говорится, с нижним уровнем плинтуса. Невозможно так вот разговаривать со своими подписчиками, с друзьями-комрадами, которые тебя смотрят, как говорится, на твоих ошибках учатся, берут твои советы. А ты вот так вот неадекватно им отвечаешь. Я не знаю, впервые такое неадекватное отношение вижу, как говорится, с теми людьми, у кого одно и то же увлечение. Что, Дима, жаба давит, деньги у тебя отбирают, зарабатывай, и все будет нормально, если будешь хороший контент выкладывать, а не то, что сейчас выкладываешь. Ямы роешь по полгода, пытаясь там что-то заинтриговать со зрителей и все остальное.
В общем, сейчас фуфло у тебя полное. Я раньше смотрел, восхищался, нравилось. Ты, как говорится, был мой такой авторитетный человек. А сейчас ты из авторитета превратился в полное говно. Извините меня за выражение. Но действительно, с говном тебя сравнить только. И не более. На этом, ребят, закончу свой видеокоп. Надеюсь, поставите, как говорится, комментарий в обсуждение данного человека. Понравилось сюжет, который я монтировал полдня, тоже ставьте пальчик кверху. Присылайте снова ссылки на различного рода фуфло. И мы с вами будем все это разбирать, комментировать и обсуждать. На этом и все. Всем пока, удачи, хабара под катушку, здоровья и всех благ. Сегодня что-то не мой день, в общем. Да.